Проведение балов имеет глубокие корни в истории кадетства. Этой традиции почти 300 лет. Она родилась в 1732 году вместе с открытием первого кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. Юные кадеты считают честью продолжать эту славную традицию в наше время. Кадетский бал – это для меня подчеркивание нашей культуры, подчеркивание то, что мы есть. Мы будем, то, что мы можем быть культурными людьми, которые не только маршируют, но умеют танцевать. Начался бал с самой красочной части выхода кадет и их очаровательных партнерш. Они вальсируют легко и непринужденно. Это массовое действие завораживает своей красотой и легкостью. Бал продолжил любимый всеми танец полька. Ребята задорно кружились и веселились, ведь полька – это танец, который не знает, что такое плохое настроение. В продолжении вечера гости насладились стихотворениями в исполнении юных воспитанников и офицеров. Кадет 14-го взвода Андрей Романов открыл литературный салон произведением Александра Сергеевича Пушкина. Куда бы нас ни занесла судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы. Для нас весь мир чужбина, отечество нам царское село. Затем слово на танцевальной площади передали офицерам. Они подарили своим воспитанникам настоящий русский вальс. Символическим завершением вечера стал танец дружбы народов. Ребята в едином кругу танцевали под национальные мелодии разных народов, напоминая тем самым о том, что кадет – это в первую очередь друг и защитник любого народа. Кадет – это любящий свою страну, готов в любой момент защитить ее. Кадет всегда придет на помощь и сделает нашу страну счастливой. Кадетский бал поставил красивую точку в завершении 10-й смены и первых южных учебно-оздоровительных сборов «Кадеты Поволжья». «Артек» надолго сохранит память об этом празднике юности, чести и патриотизма. А ровно через год Дворцовая площадь вновь засияет яркими огнями и встретит уже второй кадетский бал в «Артеке».